Здравствуйте, у меня возникли проблемы последней недели беременности. Все было окей, но в 35 недель была отслойка плаценты. Увы, малыш умер в третий день. Мне 39, прошло 2 года. Очень хочу еще. С чего начинать? Очень вам сочувствую, что такое произошло. 2 года уже прошло, да, сейчас получается 39. Я очень рекомендую вам обратиться на прием к нам в клинику, пройти все обследования на свертывание крови, обязательно на антифосфолипидный синдром, потому что отслойка плаценты в 35 недель очень подозрительно, в том числе на антифосфолипидный синдром. Обязательно все показатели по нему нужно посмотреть. По генам кроме генов свертывания крови, обязательно гены сосудистого спазма нужно посмотреть. И да, другие тоже показатели. Но это все нужно сделать до того, как вы отмените предохранение. Потому что да, очень важно, чтобы прямо с первых дней беременности все шло максимально хорошо, чтобы не было рисков в течение всей беременности до больших сроков тоже. На онлайн-консультацию вы можете к нам записаться или прийти самостоятельно, да, очно в любую нашу клинику. Записи есть и через колл-центр, и да, через администраторов, и на сайте есть всплывающие окошки, где да, у вас спрашивает оператор колл-центра, чем могу помочь. И есть запись еще, вы можете оставить заявку на первичный прием, если нужен первичный, да, вот на сайте, там, где запись идет. И нужно все обязательно проверить, то есть это не случайность, когда такое происходит. И наша задача будет найти тот фактор, да, вот те опасные моменты, которые есть у вас, и их скомпенсировать максимально хорошо. Мы это можем сделать, если это до беременности еще выяснено.